55 faiz olsa 30 parada koyulmuyor ki mahkumca olsa 30 parada koyulmuyor. Onun uzunlu prosedurası bu. Belgileşi uzunlu prosedurası bu. Bunu ertege görüyoruz ki de bugün ise karek. Mahalaşının mukabil usulleri de genel sana görüyoruz. Çünkü mahkumca boş buysa. Альтернативные способы оценивания. То есть, что такое тест? Тест – это задание или серия заданий, которые направлены на проверку какого-то домена, проверку какого-то конструкта. Да? Помните это? Есть такое понятие, как альтернативные способы оценивания. Это немножко другое. Это есть такое понятие, как портфолио. Что такое портфолио? Смотрите, систематическое собрание чьей-то работы, которое должен позволять увидеть прогресс автора этого портфолио в той или иной области. Есть определенные правила составления или использования портфолио. Если их соблюдать, то работа с портфолио будет более эффективной. Первое. У каждого вашего ученика должен, если вы решите использовать портфолио, да, для оценки студента, у каждого студента должен быть свой портфолио. То есть это не должно быть так, что все сдают одну и ту же работу. У каждого ученика должен быть свой портфолио, потому что, смотрите, если тест оценивает всех по единым этим, да, заданиям, то портфолио, он должен позволять оценивать каждого, исходя из его индивидуальных способностей. То есть не надо заставлять каждого делать одинаковую работу, можно им давать разные задания, исходя из их особенностей. Второе. Решите, какие виды работ вы будете собирать на портфолио. Вот это самое. Желательно, чтобы это были разные виды. Но при этом желательно, чтобы эти разные виды, хотя бы каждому виду было несколько как бы экземпляров работ, чтобы вы их могли между собой сравнивать. Да? Вот есть прогресс, нет прогресса. Допустим, если это литература, это может быть, скажем, я не знаю, эссе, сочинение, да? Там 2-3 сочинения, это может быть еще какие-то виды работ, другие. Допустим, напиши, скажем, какое-то стихотворение. Да? Напиши продолжение рассказа или переложи вот это произведение в другую форму, скажем, из рассказа сделай инсценировку или из инсценировки сделай там стихотворение и так далее, то есть переложи в другую форму. То есть это желательно, чтобы в портфолио, когда вы используете, чтобы были разные формы. Потому что через разные формы вы увидите ученика с разных сторон. Смотрите, портфолио нужно использовать тогда, когда тест не позволяет этого делать. Да, а тест зачастую не позволяет оценивать одного ученика с разных сторон. А здесь у вас есть такая возможность, поэтому надо ее воспользоваться. Следующее обязательное условие, и я могу шарта, албата махолаш мейдонлар болиш керек. Албата махолаш мейдонлар болиш керек, ва албата ухучи билан фидбек болиш керек, кайта алоқа болиш керек. Леген оша прогресс болиши учун, masalan, mana qarang, men bugun deylik sizga insho yozib berdim, siz menga 3 baho qo'ydingiz. Lekin menga tushuntirmadingiz, nimaga 3 baho qo'ydingiz. Men tushunmasdan o'tib ketdim shu narsani. Bir oydan keyin, 2 oy, 1 yarim oydan keyin boshqa insho berdingiz-da, men uni topshirdim, yana 3 baho oldim. Nimaga? Chunki siz menga o'tgan safar aytmadingiz-da, nimaga o'zi 3 baho oldim, nimani ishlashim kerak edi, nimani yaxshilashim kerak edi, aytsangiz, men o'shanga harakat qilib qaysi joylarni to'g'rilashga harakat qilardim, to'g'rimi? Да. Shuning uchun portfolio samarali bo'lishi uchun albatta baholash mezonlari bo'lishi kerak. Masalan, bola sizga topshirdi. Siz ma'lum bir muddatdan keyin va qarang-da, baholash boyagi feedbackni samarali bo'lishi uchun ish topshirilgan vaqt bilan feedback beriladigan vaqt orasidagi muddat unchalik uzoq bo'lmasligi kerak. Masalan, men sizga ishimni topshirdim, siz menga yarim yildan keyin feedback bersangiz, uni samarasi bo'lmaydi. Shuning uchun oradagi vaqt qisqa bo'lishi kerak. Sizga u vaqt, masalan, o'sha ishni sifatli tekshirish uchun yetarli bo'lishi kerak, lekin bola nima qilgani esdan chiqib ketadigan darajada uzoq bo'lishi kerak emas. Demak, qarang, baholash mezonlari bo'lishi kerak va o'sha bola sizga topshirgandan keyin o'sha baholash mezonlari asosida siz bolaga feedback berishingiz kerak. Masalan, mana bu joyda yaxshi qilibsan, mana bu joyda mana bu narsani tushunmabsan, mana bu narsani noto'g'ri ishlatibsan.
чидап, канагандай рекомендациялар беришиңиз керек да, ошондон кийин кийинки ишинде сиз уну прогресс көрүшүңүз мүмкүн болот. По очень важная часть портфолио это самооценка. Это очень важная часть портфолио, то, что делает портфолио эффективным. Это самооценка. То есть вы даете студенту самому оценивать свою работу. И эта самооценка должна быть до того, как вы оценили и дали свой фидбэк, дали свою обратную связь. То есть вы говорите, то есть смотрите, вы можете сделать так, что, допустим, если вы включаете портфолио как часть своей оценки по своему предмету, да, вы можете сказать так, вот сегодня ты сдал свой вот этот, вот сегодня, допустим, дедлайн, то есть вот срок сдачи вот этого элемента портфолио, да? Вы когда мне сдаете свой портфолио, еще внизу коротко напишите, как вы оцениваете свою работу. Почему это важно? Потому что через самооценку ученики будут пытаться увидеть, в каких местах они хорошо работают, а какие места они не понимают, или в каких местах им нужно улучшение. И еще они стараются, если они заранее знают ваши критерии оценки, то они будут пытаться их применить. Бағаланатын ең мұқым принциплардан бірі бұл transparency, шаффофлик, прозрачность. Смотрите, тестовый центр всегда говорит, да вот мы сделали прозрачным, вот они делают, сдают тест под камеру, этот процесс транслируется, на завтра мы вывешиваем результаты. Извините, это не прозрачность. По крайней мере, это не есть прозрачность именно в том плане, как ее понимают в науке об оценивании. Смотрите, что значит прозрачность в науке об оценивании? Прозрачность – это когда все участники системы, будь то преподаватели, сами оцениваемые, то есть ученики или там абитуриенты, кто угодно, да, их родители, их педагоги и так далее, то есть все участники системы заранее знают, что от них будет требоваться и как это все будет оцениваться. Вот это называется прозрачность. Критерии оценивания устной речи, критерии оценивания по письменной речи. И там висит, вот, всегда висит вот такая таблица. Вот, допустим, у них письменная речь оценивается по четырем критериям. Это раскрытие темы, это грамматика. То есть раскрытие темы, грамматика, потом идет то, что в английском языке называется coherence. То есть coherence – это связанность текста, насколько текст внутри связан. И логически, и грамматически, то есть есть какие-то следующие элементы, предложения логически правильно как бы идут. То есть вот называется в английском coherence, то есть вот, ну, связанность текста, да, вот единство текста. Четвертый критерий у них идет лексика, то есть словарный запас. Какой словарный запас ребенок использует? Кстати, вот смотрите, интересный момент в иностранном языке, когда идет иностранный язык. Вот, допустим, в Айлсе, когда проверяют письменную работу, они не сидят и не считают количество ошибок. Они смотрят на две вещи. Допустим, если это грамматика, да, они смотрят на две вещи. Первое. Насколько эта грамматика разнообразна? Насколько эта грамматика разнообразна? Допустим, смотрите, если ребенок всегда использует простые предложения, вот эту формулу, да, подлежащее, сказуемое дополнение, все предложения построены однотипно. Это одно, это низкий балл. Если ребенок пытается разнообразить свои предложения, использует разные типы построения предложений, где-то использует простое предложение, где-то использует сложно сочиненное, где-то сложно подчиненное, это другой стиль, это другой балл, это более высокий балл. То есть они смотрят на разнообразие, и второе, ошибки, смотрите, они смотрят не на качество, не на количество ошибок, а на качество ошибок. Что это значит? Насколько эта ошибка мешает другому человеку понять смысл. Понять смысл текста, понять смысл. Вот смотрите, например, да? Вот пример. Смотрите, если вот в английском языке есть предлоги at, in, on, которые в основном часто используют предлоги, которые обозначают
место, да? Есть свои случаи, когда нужно использовать at, когда on, когда in. Допустим, I'll meet you in the station, I'll meet you at the station. At the station, да, то есть правильный вариант должен быть at the station, in the station неправильно. Но тем не менее, я понимаю, что ребенок хотел сказать. То есть вот эта ошибка, она есть, но она не мешает пониманию. Они смотрят на то, что мешает ли эта грамматическая ошибка пониманию смысла или не мешает. То есть количество ошибок здесь не играет роли. То есть смотрите, и они дают вот это, да, допустим, вот 4 критерия. И по каждому из критериев дают, допустим, там же максимальный балл 9 баллов. Указывается, для того, чтобы ребенок набрал 5 баллов. По этому критерию такие-то требования, по такому-то критерию такие-то, по такому-то такие-то. Там 6 баллов, 7 баллов, 8 баллов и так далее. То есть вот у них на сайте висит вот это. Устная речь у них оценивается по 5 критериям, допустим. Это произношение, насколько он правильно, четко выговаривает звуки, артикуляция. Кроме того, еще интонация, вот эти вот мелодика и так далее, да? Произношение. Опять-таки, смысл то высказывания, то есть вот он то, что он отвечает, да, правильно ли он отвечает вот, в данной ситуации и так далее. Грамматика, лексика и единство. Это связано с текстом? Да, опять, да, связано с текстом. То есть, насколько он даже в устной речи использует какие-то связующие элементы, насколько вот, допустим, когда он рассуждает про какую-то проблему устным образом. Вот одно предложение логически связано с другим и так далее. То есть вот там здесь уже 5 критериев, и опять-таки на сайте висит вот эти градации. Когда ребенку дается, скажем, 5 баллов, когда 6 баллов, когда 7, когда 8, когда 9. То есть это прозрачно. То есть все, когда идут на экзамен, они знают, что у них будет оцениваться и каким образом это будет оцениваться. Портфолио – это один из способов оценивания, альтернативный способ, то есть не тестовый способ, когда вы можете оценивать прогресс вашего ученика через какое-то время, увидеть прогресс через его работы. И для того, чтобы он был успешным, эффективным, нужно следовать определенным правилам, о которых мы с вами говорили. Вот это альтернативные способы оценки. Что значит washback? Washback это географ, географ, Endi testologiya shu so'z qabul qilingan. Xo'p, maqbul emas-chi. Chunki nimaga? Mana qarang, obrazni olsak, testingiz oy desa, testimiz oy desa, mana senga oyni tortish kuchi natijasida bo'ladi bu deyapsiz. O'sha testingizning kuchi natijasida bolalar yo'q-yo'qqa harakat qilyapti. To'xtasam olasizmi? Testingizning ta'lim tizimiga, ta'lim tizimi orqali jamiyatga ta'siri. Bu washback deyiladi. Washback ikki xil bo'lishi mumkin, ijobiy, salbiy. Misol uchun, mana qarangda, oddiy misol. Ingliz tilidan davlat ta'lim standartlarini olaylik. Litsey bo'yicha bola gapira olish kerak chet tilida, to'g'rimi? Maktabni bitirguncha, bitirganda B1 darajada, o'sha quyi o'rta darajada gapira olish kerak. B1 darajadagi tekstni tushuna olish kerak. B1 darajada yoza olish kerak. B1 darajada eshitgan narsasini tushuna olish kerak, to'g'rimi? Ya'ni to'rtta til ko'nikmasi bor, tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yoza olish. Mana shu hammasi bo'yicha B1 darajada bo'lish kerak. Va yuqori sinflar bilan masalan chet tilidan darsga kirib ko'rsangiz, institutga kiraman deydigani nima qiladi? U faqat test yechadi. Test nima deb bo'ladi? Test asosan grammatikadan bo'ladi. Demak, u nima qiladi? Grammatik qoidani yodlaydi. Boyagi audirmani ketdi. E'tibor bermaydi bola, uni o'rganishga harakat ham qilmaydi. Yozib-yozmani unutib ketdi. Og'zaki nutq ketdi, to'g'rimi? Xuddi shu narsa ona tilda yoki rus tilida darslarda ham, to'g'rimi? Salbiy washbackning eng yaqqol misoli. Salbiy washback odatda qachon kelib chiqadi, ha? Esingizda bo'lsa, birinchi nimamizda o'sha seminarimizni boshlaganda 3 ta komponentni ko'rdik-da, salbiy jarayonning 3 ta komponenti, 3 komponenti.
стандарт. Яни нимани оқитмоқчимиз ва нима учун оқитмоқчимиз? Мақсадимиз. Методика. Ундан кейин методика. Мана шундан мос ҳолатда методика ва материаллар танладик. Ва охирда мана бунинг натижасини баҳолаш. Салбий бошбек қачон келиб чиқади? Қачонки siz baholayotgan narsa bilan siz baholayotgan kompetensiya bilan siz manbaga yozib qo'ygan kompetensiya bitta narsa bo'lmasa. Ayniqsa esingizda bo'lsa aytuvdik, hashtag test degan tushuncha bor. Hashtag test nima degani? Hashtag test degani o'sha test topshiruvchini bevosita keyingi taqdiriga muhim ta'sir qiladigan test. Endi qarang, bu o'qituvchining munosabatiga ham bog'liq, to'g'rimi? Misol uchun bo'lishiga bog'liq. Masalan, sizga o'sha attestatsiya natijasi muhim bo'lsa, u siz uchun hashtag. Lekin o'lib ketmaydimi desak, u siz uchun hashtag emas. To'g'rimi? Ya'ni qarang, hashtag testda hashtag hashtag emasligi ikkita narsa belgilaydi. Birinchidan, uning natijasida qanaqa qaror qabul qilinadi, qanday решение будет принято на основе этого. И насколько это решение непосредственно влияет на тестируемого, на самого тестируемого. И второе отношение, муносабат. Масалам, дайлик, абитуриент. Эбер топшири курейчи, кирсам кирар, ма кирмасам бирга ўйландиса, у унинг учун унчалик хайстек бўлмайди. Битта хайстек, кимдир учун хайстек бўлиши мумкин, кимдир учун хайстек бўлмаслиги мумкин, чунки у муносабатга боғли, у субъектив нарса, субъективга боғли. Endi qarang, hashtagda o'zi ham ikki xil hashtag testlar bor. Hashtag test topshiruvchi uchun va hashtag tizim uchun. Boshbek intensivity, intensivnost boshbek, to есть qanchalik kuchli ta'sir qiladi shu test. Доказано, что вот в тех тестах, которые непосредственно не влияют, которые являются хайстек для системы, но не для тестируемого, у них интенсивность очень низкая. То есть они не способны сильно влиять на действия учеников и на качество образования в целом. Они не способны. Потому что все-таки действия тестируемых направляют те тесты, которые являются хайстек именно для них. То есть смотрите, такую как бы матрицу интенсивности Вошпека. Мы говорили, да, есть хайстек тесты, которые решают для самого личности, для самого тестируемого, и есть для системы, да? И есть, смотрите, интенсивность и направление. Интенсивность эффекта и направление, то есть позитив-негатив. Вот как бы есть такая таблица. Интенсивность, она высокая здесь, она низкая здесь. Айна шахске тасыр кладыган бусы, интенсивность, яни тасыр кучу юхоры. Шахске тасыр на халку медиган бусы, интенсивность пас болят, тасыр кучу пас болят. Направление. Позитив, негатив. Бу энди нимага боғлиқ? Бу қай даражада бу яги тестир нима билан боғлиқ? Мақсад билан боғлиқ. Агар тестирнинг мақсади мос келса, бу ерда позитив бўлади. Агар мос келмаса, бу ерда негатив бўлади. Яъни мана шу нарсани ҳисобга олишимиз керак. Шунинг учун қарай, test bilan ishlayotgan har qanday tashkilot bu narsani hisobga olishi kerak. UTTM bo'ladimi, inspeksiya bo'ladimi, vazirlikni monitoring deylik boshqarmalari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi. Bu narsani hisobga olishi kerak. Chunki o'sha testlar направление beradi. Nima muhim, nima muhim emasligi to'g'risida informatsiya beradi. Masalan, mana qarang. Adabiyotchilar juda yaxshi biladi, siz darsingizda bolani asari tushunishga, qanaqadir obrazli fikrlashga, bir narsalarni rivojlantirishga harakat qilaman desangizda, testga borganda savol bersa, falonchini o'gay akasini ismi nima edi-yu, pistonchini amma xolasini kasbi nima bo'lgan degan savolni bersa, bolangiz boya asarni tushunish degan narsaga e'tibor bermaydi. Bola faqat o'yagi informatsiyani yodlashishi biladi. Boshbek degan narsani yo'qotib bo'lmaydi. U bor narsa, u hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. U chunki odamning psixologiyasidan kelib chiqadigan narsa. Lekin biz uni ijobiy yoki salbiy tarafga burishimiz mumkin. Uni ijobiy tarafga burishimiz uchun boyagi narsani o'zgartirishimiz kerak. Boyagi o'sha yakunida tekshirilayotgan narsani biz o'zgartirsak, to'g'ri tarafga bursak, boyagi DTS bilan tekshirilayotgan narsa bir-biriga qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik bu yerda
Ошбек и Джалби Болят. Вот, наверное, пока все. С того же дома.